Всем привет, меня зовут Светлана, я работаю с детьми дошкольного учреждения, а летом я работаю в детских оздоровительных комплексах. У меня есть коллекция автограф-карт по летним и зимним видам спорта. Коллекция автограф-карт нужна для того, чтобы наши дети знали разные виды спорта летних олимпийских игр, зимних олимпийских игр, знали наших спортсменов, спортсменов нашего региона, чтобы сами занимались спортом, чтобы ходили на спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Все спортсмены по летним видам, по зимним видам спорта очень любят получать от нас разные подарки, открытки и всегда выходят на обратную связь. Они, для них это большая поддержка. В особенности мы очень поддерживаем спортсменов, которые выступают за город Мончегорск и наш Мурманский регион. К нам в дошкольные учреждения приходили в гости к ребяткам спортсмены. Андрей Мельниченко, сборник России по лыжным гонкам, участвовал в зимних олимпийских играх в Чинхане. Призовое место, к сожалению, он никакое не занял, но перспективный, сильный спортсмен. Приходила Александра Прокопьева, она с города Мончегорска, сборница по горным лыжам. Приходили по хоккею с мячом ребята из команды Мончегорск. Потом с другими спортсменами мы общаемся, пересылаем им разные поделки, подарки, они нам присылают автограф-карты. Анастасия Егорова с города Мурманска по биатлону спортсменка, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Денис Спецов, Александр Большунов, они призеры Олимпийских игр в Чинхане. Ну и по другим видам спорта. По плаванию сборная прислала нам много автограф-карт и наш флаг, где они все подписались. Команда по биатлону прислали нам с автографами стартовые номера. Их у нас пока 3 в коллекции. По лыжным гонкам еще с города Мончегорска приходила в гости к нам Анастасия Власова. Общаемся с Анной Багали. Вот в этом году, к сожалению, не получилось провести детские соревнования в Мурманске. Так каждый год проходят там детские соревнования в Мурманске. Начинаются или заканчиваются в честь нее. Каждый спортсмен, чтобы прийти к своим большим достижениям, проходит очень большую дорогу по спорту в жизни. Я, например, лично знаю Юлию Белорукову, когда она еще девочка приезжала в детский оздоровительный комплекс, и у них там каждый день проходили тренировки. То есть, если дети обычные могли там поиграть, поучаствовать в мероприятиях, они каждый день тренировались. Я очень заинтересована, чтобы наши детки вели здоровый образ жизни, занимались спортом для себя и приходили на все спортивные мероприятия, которые проходят у нас в городе Мончегорск. А теперь познакомьтесь с формулой успеха от тренеров и спортсменов. Добрый день, уважаемые товарищи. Меня зовут Иван Артеев, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также я являюсь победителем в Мончегорске на чемпионате России 70 километров в 2015 году. Чтобы достичь больших успехов, надо, ну, прежде всего, очень много тренироваться, работать, очень быстро бегать. И всех благ и здоровья. Все. Всем привет, меня зовут Богдан Шевель, я являюсь игроком хоккейного клуба «Мончегорск». Чтобы достичь успеха в нашем виде спорта, нужно усердно трудиться на тренировках и полностью отдаваться процессу. Желаю всем детям успехов и крепкого здоровья. Здравствуйте, меня зовут Бирюлева Евгения Валерьевна. Я работаю инструктором по физической культуре в детском саду. Уже с полутора лет ко мне приходят детки, чтобы научиться плавать.
Все мы знаем, чем раньше начнешь чему-то учиться, тем больших успехов ты добьешься. Что, по моему мнению, главное? Конечно, вера в себя. Если вы будете верить, что добьетесь успеха, то у вас все получится. Также необходимо быть упорным и настойчивым, внимательно слушать тренера, терпимо относиться к замечаниям. Не исправляя ошибок, вы не научитесь правильно выполнять задания и не добьетесь успехов. Очень важно доверять своему тренеру. Если у вас есть страх, обязательно поговорить с наставником, и он вам поможет. Я желаю вам удачи и везения, веры и упорства, силы и ловкости, поддержки от близких и друзей. Проблем не бояться, встречать их со смехом, побольше похвал, наград и успеха. Себя превозмочь, все сомнения прочь и самое главное – крепкого здоровья. Ребята, всем привет! Я Алексей Шемякин, чемпион России по лыжным гонкам на дистанции 70 километров, которая проходит у вас в Мончегорске. Также я являюсь призером чемпионата России на дистанции 15 километров в моей родной Малиновке. Вот. Также призер и победитель различных всероссийских соревнований. Как я пришел к успеху? Но у меня нету каких-то там талантов, скажем так, но я очень трудолюбив, и все, что я достиг в этой жизни, то есть не только в спорте, но и в учебе, и в других каких-то деятельностях, все это благодаря тому, что я постоянно трудился 24/7. То есть постоянно думаешь о каком-то деле, то есть об учебе. Я закончил с красным дипломом, то есть сейчас заканчиваю уже третье образование высшее в направлении, в данном случае это тренер. Вот. И в лыжах как бы достиг тоже определенного, то есть уровня, то есть профессионального. Стал чемпионом России, да, был кандидатом в сборную страны, но там не сложилось, но это не важно. Вот. Что я хотел вам пожелать? Все в ваших руках. Старайтесь, стремитесь. Все возможно в этой жизни. Вот. Всем удачи. Спасибо. Всем привет! Мы из города Мончегорск. Мы играем в хоккей. Меня зовут Соня, я играю в хоккей с мячом. Это очень увлекательная игра, и я всем рекомендую играть в нее. Занимайтесь спортом, это очень полезно для здоровья. Всем привет, меня зовут Лиза, я из города Мончегорска. Я занимаюсь хоккеем с мячом в команде девочек. Занимайтесь спортом, это очень классно, и всех с наступающим Новым годом! Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого лучшего. Занимайтесь спортом. С Новым годом!